Сутхольском районе республики в очередной раз побывала бригада врачей Республиканской детской больницы по исполнению губернаторского проекта «Маршрут здоровья». Детские врачи-специалисты приняли детское население в рамках профилактического медосмотра. Профилактическому медосмотру в обязательном порядке подлежат дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Поручением главы республики Министерству здравоохранения является обязательное обследование участников губернаторских проектов, коими являются и дети. Несмотря на сжатые сроки и плотный график выездов, детские врачи успели осмотреть всех подлежавших профосмотру детей. Результаты проведенного профилактического медосмотра детей Сутхольского района будут готовы в течение недели. На этом данный вид работы не заканчивается, а начинается не менее важный этап – оздоровление, реабилитация детей по выявленным группам здоровья соответственно.